тушить предполагаемый пожар, необходимо набрать воду из ближайшего водоема, воспользоваться специальной мотопомпой и при необходимости огнетушителем. Основные навыки пожарные химспаса оттачивают регулярно. Практики, говорят, много не бывает. Основные задачи добровольных дружин пожарных – это работа с населением по профилактике и предупреждению пожаров, участие в тушении пожаров, спасение людей и их имущества, а также оказание первой медицинской помощи при возникновении таковой. Кроме регулярных практических занятий, добровольные пожарные дружины выходят в рейды по предупреждению возгораний в местах массового скопления людей и частных секторах и проводят профилактические беседы с гражданами.